Приветствую вас, друзья, на канале Райвика. Сегодня я предлагаю вам рецепт изумительной, сытной, мясной лепешки, которая называется котлома. Готовится просто, почти, но кушается легко и очень быстро. И прямо сейчас я вам предлагаю поставить лайк, и кто не подписан на канал, нажмите подписаться. И смотрим внимательно способ приготовления замечательных мясных лепешек. Поехали! Начнем с приготовления теста. Тут у меня 350 грамм муки. В муку я добавлю 1 чайную ложку соли. Сюда добавлю 2 столовые ложки оливкового масла. Наливаю 150 миллилитров воды комнатной температуры. А дальше все просто. Либо руками замешиваем тесто, а тем, у кого есть робот, то пускай робот и трудится, и делает вместо нас тесто. Достала я тесто. Вот получился такой комочек нашего теста. Оно мягкое. И я сейчас тесто отправлю в пакетик. Я уже приготовила. И вот так его оставлю в пакет. Оно будет ждать минут 20, пока я приготовлю начинку. Для фарша нам нужен 2 маленьких лука или один такой большой, 150 грамм сливочного масла, 130 грамм вернее, и 400 грамм фарша. Фарш у меня из говядины, я сама его сделала. И лук нужно теперь измельчить, порезать кубиками. Лук порезала. Ну, а теперь нужна сковорода, и мы это масло отправляем в сковородку. Я его заранее порезала кусочками, оно так быстрее будет растапливаться. Так, я отправлю сюда фарш. И прямо сюда лук. Можно фарш перемешать теперь. Вот тут у меня чайная ложка соли и черного перца. И я фарш сразу подсолю, поперчу. Я добавлю еще базилик с розмарином. Вы можете просто сухие специи, какие есть, добавить. Ну, понятное дело, что перемешиваю. Вы и так видите, что я делаю. И теперь накрываю крышкой. И 20 минут на таком среднем огне будет тушиться наш фарш. 20 минут времени прошло, фарш уже готов. И я возьму его в тарелочку, чуть-чуть переставлю, чтобы он быстрее остыл. И фарш пока остывает, мы наконец-то снова будем работать с тестом. Я его поделю на 2 кусочка. Одно пока отложу в сторону. Ну а теперь скалки в зубы и вперед. Нужно раскатать большой-большой корж. Тоненький-тоненький. Но так как тесто у нас хорошее, то и раскатывается тоже легко. Раскатала лепеху. Видите, она такая тоненькая. Ну, а теперь нужно на эту лепеху поставить тарелку или что-нибудь диаметром вашей сковороды. И теперь вот я сделаю так, вот так. 4. И еще туда, сюда. Хоба, хоба. 8 частей. Ну, и тарелку убираю теперь. Ну, и теперь вот фаршик. Ой, я забыла, что делать. Растерялась. И теперь фаршик вот сюда выложу. Посередине, да? Посередине, а дальше пальчиками вот так делаю. И важно, чтобы вот эта водичка, сок тоже был сюда. И вот так фаршик мы распределяем по центру. Ну, а теперь вот берем эту штуку и ставим сюда. Ты накрывать должна, да? Я накрыла, да. А-а-а, и теперь снова фарш беру сюда и с водичкой обязательно, с соком. Поняли? Тут масло сливочное, помните, самая вкуснотень. Теперь вот эта, которая по центру, я беру ее сюда и встречаюсь с этой штукой. Мы встретились. Любой, который должен накрыть, может накрыть, да? Да. Сок обязательно.
И вот сковородка у меня, видите, тут масло сливочное. Опа, я сюда кину лепешку. И огонь у меня средний. И я на среднем огне накрою крышкой. И минут 5 пускай жарится на одной стороне. Лепешка первая. Я сделаю корж для второй лепешки. Котламы! Да, и снова крышкой накрываем. Как только вы перевернули, чуть лучше, чем я. И еще минут 5, пока не будет готово. Чтобы упростить процесс, я сразу на двух сковородах жарила. Вот вторая дожаривается, первая уже котлома пожарилась. Ну, я надеюсь. Ну что, можно ее разрезать теперь на 4 части. Ах, она еще горячая. Ого, прослойка. Прослойка тут, да, шикарная. Надо, чтобы она чуть-чуть остыла. Вот так она внутри. Прожаренная, пропаренная. Друзья, это очень вкусно. С одного грызка можно уже упасть в обморок. Реально вкусно. Если вам лень делать пельмени жареные, то это наподобие жареных пельменей. Не, это наподобие чебуреков, я бы сказала. Только тут много слоев, много мяса. И мало теста. Мало теста, да. Хоть тут и стоит чуть-чуть повозиться, но оно того действительно стоит. Я вам рекомендую, хотя бы раз возьмите, попробуйте, приготовьте вот эту великолепную котлому, лепешку мясную, сытную. Угостите своих близких, они будут вас потом целовать весь день, потому что они будут сытые и довольные. А если вы хотите, чтобы ваш мужчина от вас нигде, никуда не убежал, то, как мы знаем, что путь любовь мужика лежит через желудок, поэтому кормите его этими лепешками, и будет вам счастье. И, друзья, если вам понравился этот рецепт, не забывайте, ставьте лайк, поддерживайте нас своими комментариями и лайками. А кто гость нашего канала, нажимайте кнопку подписаться. Живите счастливо, вкусно, ярко. На сегодня все. С вами Райвика. Пока!